продолжаем нашу рубрику «Да Винчи», и сегодня нашим игрокам нужно будет ответить на 5 вопросов. Ну что, проверим наших участников на логику. Какая женщина не спала ночью 2 года, 8 месяцев и 4 недели? Это персонаж арабских сказок. Спящая красавица. Арабских сказок. Арабских сказок. Жасмин какая-нибудь. Арабская одежда. Шахерезада. Шахерезада. А что это за сказка была? Тысяча и одна ночь. Та, которая родила. Та, которая с детьми. Шахерезада. Когда говорит один человек, это монолог, а двое – диалог. А как назвать беседу 6 человек? Ну, их же тоже несколько, значит, диалог. Диалог же. Тоже диалог. Тоже диалог. Она изготовлена мужчинами, но используют ее женщины. Этому обману уже более 200 лет, но мы до сих пор продолжаем платить за него деньги. Как ты думаешь, что это? Она придумана для мужчин? Нет, наоборот, она изготовлена мужчинами, а придумана для женщин. А может, это что-то связанное с женскими украшениями? Украшения, наверное, сережки всякие, кольца. Украшения в целом. Лапша. Что у нас? Я не знаю. Так, изобрел мужчина, пользуется только женщина. Атрибуты одежды, наверное, какие-нибудь. Ответим так. Продолжите пословицу. Готовь сани летом. Готовь сани летом. Ладно, я другое вообще подумала. Готовь сани летом, а телегу зимой. А как ты думаешь, о чем эта пословица? О том, что все заранее нужно делать, спланировать что-то. Пословицу. Готовь сани летом, чтобы кататься зимой. Готовь сани летом, чтобы зимой кататься. Готовь сани летом, а телегу зимой. Как ты думаешь, о чем эта пословица говорит? Чтобы заранее готовились к жизненным моментам. Как звали тигра в сказке «Аладдин»? Я «Аладдин» смотрела, когда мне было года 2, наверное, я не знаю, 3. Ну, помнишь, он был верным другом Джасмин. Вот как его звали, этого тигра, ты как думаешь? Может, а первая буква? Первая буква «Р». Блин, я не знаю. И так, Шурхан, это было из «Маугли». Раджаб. Тигр. Не помню. Я без тигров только Шерхана помню. Переведите на ингушский язык пословицу. Утро вечера мудренее. Эйри бисл пейденавье. Эйри бисл... Декаэль, блин. Ойре бисл декаэль. Ну, по смыслу переводится, что... То есть, надо как бы не спешить с выводами, да, заранее готовиться, дать нервам остыть, пораздумать над ситуацией. Ну, если по прямой перевод сделать, то получается
Айдежду хаман сихмали. Как-то вот так вот получается. Или айхса хамдаля или. Вот так. Ну, если по смыслу перевести. А если прям как бы прямым смыслом, то сейри ирил хаклду ужай получается вот так. Наверное, наоборот будет. Утро. А, ну ири сейрил хаклду ужай.